Добрый день, сейчас мы сделаем пакет трейсер 10.8.1. Давайте начнем. У нас здесь нужно вот это вот все настроить, здесь есть данные. Это все изучайте, читайте и настраивайте по шагам. А я, как всегда, подготовил команды и сейчас их объясню. Первым делом настраиваем HQ, отключаем на нем CDP и включаем LLDP. Дальше нам нужно на интерфейсе G000 настроить LLDP Receive. Receive и отключить Transmit. То есть, чтобы он получал, но не передавал LLDP. Потом на интерфейсе G01 нам нужно на тоже Receive и Transmit отключить. То есть, чтобы эти интерфейсы только получали данные, но не отправляли их. И дальше нам нужно сразу же указать NTP сервер. Это в самом низу вот этот NTP сервер. Но я заранее на HQ настрою NTP сервер. Думаю, в этом нет никаких проблем. Это последний шаг, но я об этом упомянул, что мы тут сразу настроим NTP сервер. Хорошо, копируем эти команды. Надеюсь, они вам понятны. HQ enable configure terminal. И вставляем команды. Отлично. HQ мы настроили. Давайте check results проверим на всякий случай. HQ у нас полностью настроен. Прекрасно. Давайте дальше. Что нам дальше нужно настраивать? Нам нужно настраивать HQ Switch 1 и Switch 2. Итак, первым делом мы отключаем CDP, включаем LDP, LLDP. И потом на интерфейсе G01, это Switch 1 и 2, мы отключаем Receive LLDP и включаем трансмит, то есть наоборот, отключаем получение, включаем передачу. Наоборот, от того, что мы делали на HQ. Хорошо. И потом еще на двух других интерфейсах мы отключаем и receive, и transmit. Это на switch 1 это интерфейс Fast Ethernet 024, а на switch 2 это F01. Вот так вот. На таких интерфейсах мы такие настройки делаем. Хорошо, погнали switch 1. Enable configure terminal. Вставляем эти команды. И теперь вот это вот еще. Отлично. Теперь открываем switch 2. Enable configure terminal. Копируем команды для switch 2. И копируем дополнительные команды для switch 2. Их все я уже объяснил. Отлично. Нам осталось только настроить branch роутер. Что нужно в нем настроить? А, тут нам не говорится по устройствам, нам говорится именно эти. Ну ладно. Branch enable configure terminal. Так, на branch нам нужно включить CDP наоборот. Show CDP neighbors detail. Это просмотреть CDP. Do нужно сделать. И, ладно, не будем делать do, потом просто давайте сделаем сразу exit, чтобы выйти в конфигурацию, а не в... Просто это прописано в running config, нам нужно в... Нет, стоп. Ну да, из конфигурации выйти. И здесь мы смотрим CDP neighbors, смотрим IP-адреса соседей, подключаемся к вот этому роутеру по SSH-у. Оттуда мы подключаемся к какому-то из этих, я не помню какому точно, по опять-таки SSH. И мы там в интерфейсе F01 отключаем CDP. Потом мы подключаемся к другому, вот этому получается, и там тоже CDP отключаем. Надеюсь, понятно. Погнали. Первым делом включаем CDP тут на branch и выходим дальше. Show CDP neighbors detail. Paste. Нет информации о CDP. Интересно. Ладно. Допустим, по SSH подключаемся. Просит пароль. Это мы подключаемся 168.4. Switch получается. Стоп. Это switch 1. Правильно? Да. Switch 1 у нас вот такой вот user password. Копируем его. Paste. Enable. И вот такой вот enable secret у нас тут. Копируем его. Вставляем. Отлично. Хорошо.
Мы зашли в Switch 1, но сюда мы зашли только чтобы подключиться к следующему. SSH, админ, это получается Switch 2. Пароль у нас просит. Не он, что ли? Ну-ка, давайте вот этот. Пароль. Если что, все эти IP-адреса я получал из CDP run command. Что же она не хочет копировать-то? Все, отлично. Или нет? Нет, не отлично. Ох, сейчас рано или поздно мы туда подключимся, это точно. Нужно скопировать только сам текст. Paste. Все. Enable. Копируем только текст, а то она в этих кошечках копирует еще Enter. Но я же ввожу у тебя пароль, боже. Enable. Ура, мы наконец-то зашли в привилегированный режим тут. Так, теперь мы вот это делаем. Отключаем. А, ну да, я же не в running config. Configure terminal. Все, в конфигурации отключаем CDP на этом интерфейсе. И сразу же отсюда, давайте exit сделаем. Exit. Мы что? Мы подключаемся к следующему. Видимо, у нас есть доступ, вот к нему мы подключаемся. Paste. Пароль просит, копируем пароль. Paste. Ура, вошли. Enable. И теперь Enable Secret копируем, вставляем. Отлично, тут все быстро сделали. И теперь копируем команду для отключения CDP на... Да черт. Configure Terminal, и наконец-то мы ее копируем. Наконец-то. Ура! Все, как видите, 100%, мы все выполнили. Надеюсь, у вас тоже получилось. Check Results, Submit Items, здесь все вот настроено. Если что не так, можете посмотреть, что. На этом все, пока.